Юбилейный фестиваль, конкурсы «Игра и театр» вот уже 25-й раз собирает на одной сцене любительские театры и мастеров художественного слова со всей республики. В Карачаевске, в Многонациональном культурном центре имени Кулиева, на протяжении двух дней от мала до велика продемонстрировали свои таланты. Сегодня первый день фестиваля. Дарья Тендит побывала в Карачаевске. Фестиваль «Конкурс «Игра и театр» – это праздник театрального искусства и мастеров художественного слова. Участники первого дня – детские творческие коллективы со всей республики в возрасте от 9 до 14 лет. На сцене конкурсанты демонстрировали не только отличное знание текста, но и умение передавать эмоции и глубину произведения. Но она бежала и бежала, лишь когда увидела своих, пошатнулась и на снег упала. Подошла к детишкам медсестра, маленькую Катю осмотрела и сказала горестно: мертва. Интересно учить всякие разные стихи, они интересные, и получать награды тоже хорошо. А долго ты готовилась к фестивалю? Ну, месяца 2-3. В жюри фестиваля вошли профессиональные режиссеры, актеры, деятели искусств республики. Они внимательно слушали и оценивали выступления по достоинству. Председатель жюри отметил не только исполнение, но и потенциал начинающих артистов. Молодые актеры на сцене вели себя уверенно и профессионально. А во лбу звезда горит, а сама-то величаво выступает, будто папа, а как речь-то говорит. Настолько искренне, настолько переживают, читая свои произведения, что волнуешься за каждого. Они свое прочитали произведение и все. А мы же вот 23 чтеца, и каждому надо отдать что-то свое. Так что волнуемся больше мы, на мой взгляд. Подготовка хорошая, кстати, и организация тоже великолепная. На протяжении 25 лет фестиваль собирает и объединяет людей разных возрастов, увлеченных искусством и театром, и дает возможность проявить таланты и творческие идеи. Это не просто соревнование, это площадка для самовыражения и вдохновения. На одной площадке встречаются все муниципальные районы и города. Каждый ввиду своего таланта все-таки участвует в некотором соревновательном моменте. Вот. Обогащение опытом, привитие прекрасному – это и литература, это творчество, театральное искусство. Это возможность показать себя. Дарья Тендит, Миха Каракелян, Вести Карачаево-Черкесия, Карачаевск.